И всем здоров, с вами я, хакер, и я на Game Effect. И мне нужно построить дом, второй дом, да. А чтобы построить дом, мне нужны блоки. Где достать блоки? Правильно, откопать. И сейчас я этим займусь. Погнали! Later. И после взятия христианства nice. Уэсли, естественно, посмотрел, что все взял, и побежал. Run. После лютого забега я зашел домой, похавал. Я забыл, чего я похавал, и я на солях. Побежал домой, которого еще нету, потому что его надо построить. Ну, я вот пришел, как вы видите, на место, подумал и начал на жестких спидах делать порталы, складывать туда вещи. И сложил сундучок и снова на жестких спидах. После принятия соли я побежал домой и... Давайте посмотрим, что у меня вообще в сундуках есть. Nice. Нифига себе. Нормально так. Нормально. Two hours later. И спустя миллиарды лет я все сложил и... Давайте... Сейчас надо зайти на мост, чтобы побежать на солях. Мяу. Вообще... На жестких. Какие могут быть жесткие соли? И начал, естественно, все по фастику складывать. Долго это дело, конечно. Вы что, совсем тупые? Вы что? Совсем тупые? Вы что? Совсем тупые? Ну, и я, естественно, это быстро понял и все сложил в другой сундук. И снова побежал домой, потому что мне осталось еще одну поставку в Афганистан. Быстренько забрал блоки и снова побежал назад. Потому что нам нужно строить все-таки мой новый дом, и он огромный, как вы видите, будет. Давайте сделаем подсчеты, сколько понадобится нам блоков. Так... ё-моё. Так. Ага. Так. И еще вот это. 7501 блок. Это просто нечто. Ну, как вы видели, я умножил 49 на 49. И это такой, так скажем, фундамент. Очень много. Так, давайте возьмем лопатку и начнем. Что делать? Правильно расчищать территорию. Погнали! Two hours later. И вот что примерно звучало в моей голове, когда я все это делал. Да. Ну что, давайте начнем строить, наверное. Вот что было после полчаса. Вот что было через 40 минут, через час, через почти 2 часа работ. А вот мы уже внутри срезли. Да, я решил просто вырезать этот момент. Это было бы очень долго. И мы начали делать пол. Очень красивый пол. И я не знаю... Была ли это случайность, но у меня что-то стало с интернетом, и я такой... Да, блядь, я не могу...
А вот уже готовая оболочка даже со вторым этажом. Да, это еще чистовой вариант, и здесь ничего не готово. Но такая пирамидка у меня получилась. Я сделал вот такой вход, и давайте я вам покажу с другого ракурса. О, а что такое? Нихуя себе, блядь. Вот это поворот, давайте сделаем здесь саркофаг. Будет прикольно. А этот саркофаг очень похож. Наш красиво получается, похож на первый вариант, я бы сказал. Ну, да, не серый. Ну, красота. Нормально? Так, стоп, а что я хотел? Вспомнил! Геометрия. Опа! Это место, где нет правил, где разрешено все. Место, которое одновременно против и за. Пирамиды читов, как прозвал ее мудрец с первого сезона. Ну что ж, вот такой у меня получился ролик. Спасибо за просмотр. Смотрите мои другие ролики. Поставьте лайк, подписончик. Получилась вот такая красота. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.